Всем привет! Сегодня моя первая покупка на Авито. Через Авито доставка. Получалось все на Боксбре, пункт выдачи, который соединен с Озоном. Пришел в такой большой коробке. Вот такой вот динозаврик. Это уже подтвержденный заказ. Сам динозавр пришел в нормальном качестве. Целый. На Боксбре его не сломал, слава богу. Были, конечно, небольшие недостатки у самого динозавра, но это все нормально, ребенок доволен. Немножечко починим, все будет работать. Цена 500 рублей, считаю, оправданной. Сам динозавр выглядит вот таким образом. Покупать на Авито доставки, ну, немножечко, конечно, проще съездить самому. Вот такой вот динозавр пришел мне с Авито доставки. Давайте теперь расскажу, как сделать заказ. Заходим на Авито, вбиваем то, что вы хотите. Ну, в данном случае это у нас динозавр. Вводим динозавр игрушка. Выбираем там, где есть машинка. Здесь есть купить с доставкой. Нажимаем. Здесь смотрим стоимость доставки. 49 рублей. В моем случае мне повезло, была доставка за 1 рубль. Так бы поехал сам. Нажимаем. Здесь выбор курьером по городу или пункт выдачи. Между прочим, когда был 1 рубль, курьером по городу не было. Поэтому выбираем пункт выдачи, выбираете ближайший к вам. И покупаете оплату карточкой. Ребенок очень доволен динозавром. В следующем ролике сделаем типанацию динозавром, сделаем тише динамик. А пока подпишитесь, напишите комментарии, делали вы покупки на Авито с доставкой. Многие жалуются, что обманывают, но мне повезло. Подписывайтесь.